вот этот мост имеет стратегическое значение. То есть мы сейчас говорим уже не о том, что этот мост важен для Желябова, а для всего Запада Вологодской области. Пока мост через Малогу только на схеме, но совсем скоро, обещают областные власти, жители соседних поселков смогут наблюдать за возведением переправы. Сегодня объявлен конкурс на проведение строительства. Сами работы планируется начать уже в конце года. Идея строительства моста появилась еще несколько лет назад. В 2008 году подготовили проектно-сметную документацию. Но тогда строительство не началось. Несколько фирм предлагали цену, которая отличалась в несколько десятков раз. Строительные компании и частные предприниматели планировали возвести мост за 70, 17 и даже 7 миллионов рублей. Но это только понтонная переправа. Создавать инфраструктуру не предполагалось. Однако областные власти посчитали, что такой временный вариант для Устюженского района не подходит. Взвесили все варианты, 4 варианта. В конце концов остановились на варианте железобетонного моста. Потому что нас не будет, а мост будет. Причем мост будет работать на экономику 3 областей. А это для района и для муниципальных образований тоже развитие. Здесь же появятся заправочные станции, придорожные какие-то пункты обслуживания. Я думаю, что любая дорога, она приводит жизнь в район. С этим мнением согласны главы поселков Устюженского района. Не будет моста, говорят они, дети не смогут добираться до школы, а взрослые – до больницы на другом берегу. Мы сможем более тесно сотрудничать с Ленинским муниципальным образованием. У них есть полигон, у нас, простите меня, очень много мусора. И мы на сегодняшний день мусор возим за 30 километров, а тут буквально 3 километра. Вот. У них есть грейдер, у нас есть проблемы с расчисткой дорог. Кроме того, уверены эксперты, строительство моста позволит освободить дороги Устюжной от транзитного большегрузного транспорта, того, что движется в Тверскую область. Автомобилистам же переправа через Малогу позволит сократить путь на 40 километров. Будем строить мост, стали железобетонный мост. Протяженность этого моста будет 238 метров. Значит, срок сдачи этого моста вместе с подходами, это будет у нас 2013 год. В соответствии с планом финансирования мы получим победителя конкурсной процедуры в ноябре текущего года. И в декабре уже непосредственно приступим к выполнению работ. В департаменте дорожного хозяйства обещают, чтобы обезопасить движение по мосту, на нем установят светофор. А на обочинах появятся дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики. Проезжая часть будет качественно освещена. Планируется, что когда мост будет готов, по нему ежедневно будут проезжать больше 250 автомобилей.